Всем привет! Итак, получили мы посылочку от iHerb. Сейчас поделимся. Не во всех странах он есть, да? В Украине, по-моему, мы не смогли как-то выяснить, как заказать. Ну, там что-то собираются вместе, да, заказывают. Я не понимаю, как это работает. А в Эмиратах заказать можно. Сейчас покажем, что мы заказали. К тому же была огромнейшая распродажа. В общем, будем смотреть вообще, все ли нам пришло. Надеюсь, что все. Так, откладываю пока. Так, ну что, давайте... Да, понятно. То есть многовастенько пришло, смотрите. Это сегодня наш такой самый большой заказ был. За все это мы заплатили $75. Реально всего лишь. Всего лишь потому, что вообще оно стоило все $127.7. Ну, там были скидки, когда ты заказал побольше. В общем, начинаю рассказывать. Так, вот такой вот крем. Давайте по одному крем. Мы просто никогда его не брали, но была хорошая распродажа. Сам крем стоил сначала $11.8, но он продавался за 6,5. Мы решили его все-таки взять, попробовать. Не знаю, немного, это 50 миллилитров. Вот такой вот крем. Нормально. Ну, нормально, попробуем. На это мне. Уже намазать? Да, чуть-чуть. Сейчас, там же помпа. Давай еще. Нацедить надо. Ну, да. Так. Вот заодно и проверим. А ты прямо делай. Да, есть. А ну. Размажь. Я думала, для лица. Ну, для лица, чё ж не. Так, все, размажу. Ого, какой он. А ну, понюхай. Ну, у меня здесь на руке. Жирноватый, прикольный. Жирноватый? Ну, так вот. Да, мне нравится. Так, ну вот за $6.5 у нас такой крем. Вообще нежнейший такой аромат. Дальше идет такая умывалка. Мы ее уже брали. Ой, она да. Классная, действительно. Она очень нравится, и она стоит $8.1. 30 дирхам, $8.1. Сразу вам говорю в доллары, я уже сразу все переписала, все цены. Такое впечатление, что умываешься мылом, но при этом ничего не сушит, ничего не происходит. Нам нравится. Да. Дальше смотрите, что идет, по-моему, витамин D. Сейчас я вам расскажу вообще, да? Знаю, что витамин D, такой витамин, который получается от солнца, но на самом деле от солнца нифига он не получается, потому что у всех, кто живет в Эмиратах, на самом деле большая недостача витамина D. Я вам скажу так, на iHerb этот витамин D, которым мы уже пользовались и пользуемся, вот эта вот баночка стоит $2.1. Это фигня. $2 баночка. И это хватает, это сколько здесь таблеток? 90 таблеток. 90? Угу, это да, 90. Хватает вот на 90 дней. Да. Потому что это вот 2 юнита, это как раз на один день вам хватает. То есть на 90 дней баночка за $2. Ну, как бы в Украине все, что мы смотрели, было дороже. И мы не всегда, я прошу прощения, уверены, что товар хороший. Вот, а в iHerb как-то уверены. Дальше, смотрите. Показываем супер патчи. Классные патчи с артишоком. Мы им уже пользовались. Они зелененькие внутри, они холодят. Стоит это 33 дирхама, $9.1. $9. Ну, вот они прикольные. Сколько их штучек сейчас? 60, наверное. 60, наверное, штук. Вот мы пользуемся классно, честно. Вот эти патчи здорово. А что там алоэ? Что они понаписывали? Смотри, не знаю. Алоэ, артишок. Это что, капуста? Кабач, капуста. И я не вижу... Магворт. Магворт это какое-то, не знаю, наверное, волшебное что-то, как Хогвартс, наверное, я не знаю. Это трава или тоже капуста? Трава. Дальше, смотрите, еще были патчи на распродаже. Они черные здесь. А были черные за 21 дирхам и оранжевые за 25. На самом деле эти патчи стоят $10.5, а на распродаже они стоили 6, точнее вообще $5.9. Ну, $5.9, тоже 60 патчей, тоже отзывы хорошие. Вот, ну мы и решили взять. Гидрогелевые. Ну, куда его мы, что оно таки? Вот эти патчи черного цвета. Ну, дальше что? Железо. Это для Наташи. Да, вот оно, железо. Наташа уже брала такое железо, да? Да. Чтобы не каталась, ты уже брала такое железо. И оно стоит 24 дирхама, а было 34. То есть было $9.3, стало $6.5. То есть $6.5 тоже скидки. Кстати, везде срок годности хороший. Вот, срок 24, по-моему. Да, 20. Вот здесь видно. Срок годности, вот. То есть, несмотря на то, что скидки, срок годности, ну, приличный. Ну, сейчас 22-й год. Дальше, что? Тирозин. Это для Наташи, да? Снова тирозин. Угу. Две коробочки должно быть. Две коробочки должно быть. А ну, расскажи. Расскажи людям. Да я не знаю, это для щитовидной железы. Нет, доктор, ну, вот одна штука стоит $3.8. Одна 3,8. Аминокислота, да, альтерозин? Да. Тоже, в принципе, цена классная. Ну, 3,8 долларов вообще ничего. А сколько штук тут?
60 таблеток. 60 таблеток. Угу. 60 таблеток, тоже срок годности классный. Тоже, ну, это было не паксы, по-моему, так они стоят. Дальше взяли на пробу впервые вот такой крем. А мне, тоже это же фирма, да? Да. Календула крем. И, кстати, вот единственное, что на этот крем скидок не было. Он стоил $10.50, он так и стоит. С лавандовым маслом, что оно такие? Потому что мы читали, что это как будто бы не, ну, вообще для тела, да? Ну, для тела, для, ну, для шеи, для шеи. Вот, ну, что... расскажем, как там шея. Да, ну, вот это вот единственный крем, на который скидки не было. А сколько он стоит? $10.50. Но мы решили, что можно взять. Дальше, смотрите, я взяла себе такой иммунитет. Рассказываю, почему. Есть в iHerb всегда, называется try или попытка. Один товар вы можете взять по цене доллар. Ну, точнее, 3,78 дирхам, это доллар и 2 цента. Посмотрите, что здесь есть. То есть, такой товар был... витамин С, этот иммунка. Вот этот вот, кстати, крем был тоже. Этот крем можно было взять за эту цену. Но мы решили, что этот дороже стоит. То есть крем мы взяли за $6.50, а этот решили взять за доллар. Это я решила себе как витамин взять. То есть всегда один товар на iHerb вы можете взять за доллар. Попробовать. Там будет или крем, или витамин. Я хотела витамин С, потом решила, что все-таки надо вот это иммун взять. Ну, там цинк, селению, да, тут селен, мы посмотрели, что выгоднее будет взять. И Д? Д, ну там мало. Ну, вот это как поддержка, это сколько здесь, 60 таблеток, да, я 60. Не знаю, я посмотрю, вот надо будет 2 таблетки в день. Или одну в день, ну, то есть классно, за доллар, ну, вообще, где такие цены. И дальше наша любимая омега. Омега это чрезвычайно важная, скажем так, это рыбья кислота. Чего? Рыбья кислота. Рыбья шерсть. Да, рыбья шерсть. Ну вот, в общем, омега это... Аминокислота. Да, аминокислота это... Или рыбий жир, как он называется еще иногда. Знаете, в чем суть? На самом деле оно стоит, это омега стоит где-то долларов 7 баночка. Но если ты берешь его с чем-то, баночку тебе продают за 3-5 долларов. То есть мы взяли одну омегу с вот такими вот с патчами, вторую омегу взяли с вот этим. Там просто есть плюсы, берешь. Дальше третью омегу взяли с тирозином, четвертую, по-моему, с железом. То есть есть такие вот, сразу смотрите, знаете, вот как обычно, покупаете технику. Обычно с этим телефоном берут такой-то вот товар, да. Такую-то фишку, такую-то обложку. Так вот, омега шла с как плюс. Берете это, омега пойдет уже по 11 дирхам. Берете с этим тоже по 11. То есть вот мы взяли аж 4 штуки, потому что 3,5 долларов за такое. Это Наташа пила. Ты пила по одной таблетке? Не, по 2, по 2. По 2. Там даже написано, что 2. Здесь 100 таблеток. Да, 100 то есть таблеток. На 50 дней, 3,5. Ну там самое главное вот это содержание вот этих кислот ЭПА, ДХ, я не знаю, как они расшифровываются. Вот, ну, в общем, ты посмотрела, да. Что тогда ну, мы первый раз брали, да, за 11 тоже с каким-то товаром. Да. Ты посмотрела, сказала, что да, можно брать, ты попробовала, и ты берешь это. И я да, вот нормально, тоже, ничего я тоже решила эти две штучки взять. Вот, народ, такое вот у нас за $75, как вы пишите, думаю, это недорого. Думаю, это недорого, по-моему, на весь товар еще, если ты там брал на $80, была 20% скидка. Мы всеми скидками воспользовались, все когда ввели. Еще если пишешь отзывы на iHerb, тебе дополнительно за отзыв начисляется доллар. Кстати, плохие отзывы тоже мы видели, проходят там одну звезду, ставили две. То есть честные отзывы, да, в принципе. Да, то мы думали, что надо... Мы думали, что только хорошие писать. Все поют только песни, это какое все хорошее. В принципе, у нас все товары, которые брали на iHerb, нам понравились, они хорошие. Да. А ты еще скажи, что недавно это в группах у нас здесь, ай-яй-яй, на iHerb пропала вот эта фирма Solgar. Если знаете. Почему? Потому что... Ну, оно просто там было, магниум я хотела, а не было. В других фирмах и вообще. А почему якобы люди предполагают, что на iHerb очень значительно дешевле, чем в аптеках? А в аптеках она вообще безумных цен, эта фирма стоит. Ну, вот так вот. Теперь она для Эмиратов недоступна. Ну, так что вот наши витаминчики, наверное, на ближайшие полгода или год. Пишите ваши комменты. Да? Наверное. Пишите, чтобы вы взяли. И вообще, есть ли iHerb в вашей стране, интересно было бы это узнать. Вот. О, крем хороший, слушай, впитался, да? Я сейчас с руку трогаю, да. Нормально такое, ни пленки, ничего нету, да. Отлично. Ну что, всем здоровья, добра, всем мира, всем пока. Пока.